Итак, у нас сегодня с вами 19-е занятие, чему я очень рада. И сегодня мы с вами будем смотреть на вашу жизнь из расчета взгляда достаточно продвинутого человека и осознаем одну простую истину, которая настолько очевидна и настолько объективна и настолько понятна, но мы никогда на эту тему не заморачивались. По большому счету человек стоит на месте, а мир наезжает на него. И это выглядит на самом деле так удивительно и просто, если чуть-чуть быть повнимательней, так вот своими мыслями, да, как своими образами о том, что мы думаем и какие сценарии бессознательно или сознательно пишем, собственно говоря, такая жизнь формируется любым из нас. И это очень просто. Когда вы видите любого человека, который находится в состоянии того или иного раздражения или агрессии, или обиды, или какой-то там зависимости, гнева, ну, любой отрицательной эмоции, вы точно можете сказать, что в памяти он своей упал в один из ящиков. И он очень субъективен, и это всегда прошлая история, и в этом случае идет конкретное бессознательное решение задачки выбрать жертву, которая будет виновата в моем таком нехорошем состоянии. Как только жертва в принципе где-то осознанно выходит, выбирается или подбирается, тогда можно понять, это авторитетного человека выходит копия, тогда авторитет, как проявленная там мама, папа в своих поступках, деяниях и вообще виде, пойдет в какую-то определенную систему, да, сформированную, и будет там выяснять отношения за своего маленького ребенка, который находится внутри. И вот если, допустим, мы берем компанию, в которой вы работаете, сегодня пришел человек в определенном хорошем состоянии, и ничего не напрягало, ничего, казалось бы, изменений никаких нет, с ним можно разговаривать, он достаточно адекватен, но всегда есть какое-то слабое место, если какой-то с вашей стороны не очень корректный вопрос или чуть-чуть давление из расчета выполнения обязательств или договоренностей, то человек сразу выпускает авторитет. И память у нас, вспоминайте, это всегда прошлое. Инциденты, которые не пройдены, они фонят, они доставляют неудобства, но это читается тревогой, каким-то там непонятным чувством опасности какой-то пресловутой. Но если мы понятийный, фоновый, с авторитетом и посмотрим, что человек больше всего боится, поражения или психотравма, которая его беспокоит, сразу будет понятно, в какой роли он будет отыгрывать, мужская или женская. Есть понимание? Очень просто. И все то, что за нашими плечами набрано непосильным трудом, и то, что мы поступаем, или как мы принимаем решение, или как мы рассматриваем ту или иную ситуацию, оно всегда будет глазами другого человека, который вас воспитывал, который вас дрессировал, или чьим мнением или чьим решением вы пару раз воспользовались, и оно поимело место быть. И вы перестали, поставили это все на автомат. И как только схожесть, что-то бередит душу или страх именно проиграть поражение, вы сразу вспоминаете данного авторитета, и он начинает за вас отыгрывать. Но самый большой нюанс и самая большая такая подстава, да, результат, который будет играть ваш авторитет, будет результатом авторитета, а не ваш. Есть понимание? И тогда накапливается именно тот понятийно-фоновый фантомный блок, когда вроде все хорошо, жить не хочется. Понимаете, о чем разговор ведет? Вот когда сам человек принимает решение, когда у него, какая бы она ни была насыщенная или в меньшей степени насыщенная жизнь, но он там разворачивается, обретает, ошибается, поднимается, разруливается, садится, опять договаривается, опять начинает что-то делать, то жизнь тогда все вот эти симулякры, все блоки поражений и психотравм пройденные, память вычищает, потому что закончился. Полученный результат, он подтверждается 3 раза и перестает беспокоить. Все остальное, допустим, вот информационные системы, в которые специально нас пытаются разрозненно встроить, только для того, чтобы человек не просыпался. Он находился в бесконечном таком сон наяву. Значит, что мы хотим, что хочу, чтобы вы поняли. Значит, память наша форматируется
именно критическим умом, нашим внутренним наблюдателем, который ежесекундно при встрече, при обдумывании какой-то мысли, при решении какой-то задачи, при решении какой-то или нахождении в какой-то ситуации, он всегда принимает свое личное решение ума, личное решение, которое является именно нашим сопротивлением для того, чтобы подчинить любую ситуацию, и всегда проигрывает, выбирая то ли не ту ситуацию по кальке, то ли не ту роль, которую нужно вставить в ситуацию, которая идет на вас. Есть понимание? Еще раз. Наблюдатель, который отдрессированный, ребенок сел и начал наблюдать, и вот включилась эта внутренняя такая понятийная система, которая берет и отслеживает ситуацию в блок фантомной ситуации. Человек – блок фантомный человека. Вот просто как память форматирует ту всю информацию для обработки собственной, форматирует для того, чтобы структурировать в памяти. Поражение и психотравмы, они сразу фантомный блок, потому что там присутствует и человек, и ситуация. Почему мы в перевернутом состоянии живем? Вспоминаете, я вам корабль рисовала. Это все наши фантомные, нерешенные инциденты, которые резонируют и направляют вас туда, куда вы даже совсем не собирались. Или наоборот, их огромное количество, а решения сам не, ну, критериев нет, решения не привык принимать. И я их коплю, думаю, брык, еще раз, коплю. Когда начинаем их разбирать, это огромное количество сложностей, да, условно, вот именно этих фрагментов, которые нас приучили как мышление к тому, что пускай будет больше, чем качественно и меньше. И неважно, что нужно понять, в памяти нет времени. В памяти есть вот эта субстанция, которая берет и обрабатывает всю информацию и ее раскладывает. И если не научить вот эту субстанцию самого себя или саму себя на основании критерий и ограничения по времени принимать решения, то это будет бесконечно. Будет сброс, вытеснение, по новое освобождение, и поехали. Есть понимание? Так меняются работы, так меняются люди. Почему программная судьба у женщины и у мужчин, она в принципе диаметрально противоположна. Женщина в течение 4 лет, если фантомка не сработала и не произошло объединение женщины и мужчины, она обнуляет, говорит, следующий. Мужчина, который не понимает, что происходит, и абсолютно категорически считает, что эта женщина его предала, она не поняла, не осознала и вообще сволочь последняя, значит, он говорит, ну зачем же мне это? Наблюдатель говорит, критик такой, да, внутренний, говорит, зачем мне испытывать такую боль? Начинаем 1, 2, 3, 4, 5. Сменили. 1, 2, 3, 4, 5. Что будет собирать ваш внутренний наблюдатель, как критик, без разницы. Это просто одним словом называется опыт или фрагменты по жизни. Структурируется это все бессознательно, если этим не заниматься. Есть понимание? Значит, в нашем прошлом есть субъект со своим периодом рождения, что есть, чего нет. Со своим внутренним, я даже вам написала, в среде обитания принятым через плюс или через минус, как меру восприятия, отщелкивать именно эти фрагменты. Внешняя информационная среда, когда складывается или не складывается, есть похожесть или нет похожести. А то в одну сторону одно, в другую сторону другое. Всегда человек запутывается, когда не знает, что выбрать. Там вроде и много всего, а выбрать не знает, что и начинается ступор. Есть понимание? И имидж, какая картинка больше всего понравилась, из расчета данного наблюдателя со стороны, вот на такую красивую девочку обращают внимание вот такие красивые мальчики, форма называется. В имидже нет содержания, есть только структура формы. Это все называется субъект. Есть понимание? Там есть количество информации,
Есть авторитарные люди, которые насаждали тем или иным способом эту информацию. Есть системы, в которые человек пошел, и он себя чувствовал хорошо или плохо, и как-то для себя это определил.